есть ли какие-то изменения в ситуации? Получаете ли вы, ваши товарищи по беде? Потому что жить в тяжелых квартирных условиях – это беда. Какие-то ответы от каких-то инстанций? Пришли вот запросы ваши, то, что они направлены, что они будут рассмотрены. Ответов пока нет. Единственное, конечно, ни департамент городского имущества, ни мэрия не вышли ни на диалог конструктивный, не хотят они решать эту проблему, всячески ее замалчивают. Более того, они хотят нас опорочить, выходят статьи, видно, что проплачены, о том, что мы какие-то провокаторы политические, вот, ну, вот все в таком духе. Нас, конечно, это очень огорчает, что правительство Москвы как-то, ну, не хочет решать данную проблему. Именно поэтому мы вышли вот сюда, к правительству Российской Федерации, показать, что проблема, она глобальная, она не только в Москве, она во всей России, и жилищная проблема самая острая.